мне кажется, как раз нужно развивать новую некую группу, да, ведению диалога вокруг Нагорного Карабаха. Может быть, ее расширить в том смысле, чтобы участвовали Азербайджан, Армения, Казахстан, Россия, Иран и Турция. Да, это уже совсем другой вес. Это уже действительно международный характер, региональный. Понятно, что американцам тут делать нечего, да, в этом регионе. Это не их регион. Вот. И я думаю, что вот такая шестерка, в принципе, могла бы, да, найти формулу решения этого вопроса, стабилизировать ситуацию. Мне кажется, что в данном ключе можно прогнозировать и благоприятное развитие ситуации для Нагорного Карабаха, Армении и Азербайджана. В первую очередь нужно говорить об экономике и гуманитарных связях. Только через общее дело, общие предпринимательские проекты, только через обмен культурный можно добиться того, чтобы снять напряжение в двусторонних отношениях. То есть на самом первом этапе, вероятно, нужно снять транспортную блокаду, нужно дать возможность предпринимателям двух стран осуществлять совместные проекты, открыть рынки и сделать максимум для того, чтобы в гуманитарной сфере было как можно больше человеческих контактов в области образования, в области культуры. Вероятно, следующим шагом после этого и только после этого может быть обсуждение каких-либо политических вопросов.